Сочи орал. Админ, я его еле с новым клипом загнал. Просто влетел. Молодой, долго в Дискорд добавляем. Кажись, не умеем циферки набирать. Что-то реально очень долго добавляет. А, он, наверное, Дискорд открывает. Кар-кар, сука. Бля, не люблю, когда вот эти модельки загружают, у меня вылететь может нахуй просто моментально. Берет такой, вылетает. Меня вообще слышно, блин? Админ летает. Чмама. Андрей, меня слышно? Он тут вообще? Нет, он меня в Дискорде добавляет. Он уже тут долго. Меня слышно? Андрей. Чё? Меня слышно? Нет. Ты тупо птица ебучая. Давай битбокс. Не, я битбоксить не умею. Если бы я умел бы битбоксить, я бы тупо бимбоксы бы сделал себе. Бимбоксы, бимбокс. Офигеть, молодец, я побежал. Андрей. Куда полетел, блядь? Там у я летаю? Админ, а, у челика админ? Ну ладно, давай, полетел. Все, сразу бан. Не знаю, если бы я был бы, например, основателем сервера, я бы банил челиков, которые летают вот с этими пушками инопланетными. За нон-РП из-за того, что они летают тупо по воздуху, потому что это невозможно в реальной жизни. У кого в реальной жизни будет донатное оружие, которое позволяет ему летать со скоростью света, как утка ебучая? Вот реально. Сами посудите. Не, мне кажется, админ вылетел. А сколько тут уже флекшу, а он вообще ноль эмоций. Он нафлексился. Пиздец, он меня до сих пор не добавил. Ой, молодой, ну либо ты скинь. Задолбал, хватит так делать. Тайлер, вырубай! Тёк, твиль, возвращена, ты чё? Держи капитана на полицию, грустом, дерьмо, вонючее, уволено. Как его там, Амоку? Амоку его зовут какой-то. А, Чмомо. Хелпер, понял? Тупо хелпер. Ебать. Со мной хелпер разговаривает, тихо. Тихо всем, хелпер со мной разговаривает. Ой, со мной разборки ведет, тихо. Проявите уважение. Который не может меня до сих пор в Дискорд добавить. Верите в Бога, верите в Бога. Верите в Бога. Вы не отвечаете мне? Я верю, что твой анус заткнется вообще. Не верю. Я не верю. Не веришь? А он на разборках, админ, подскажи, пожалуйста. Уйди отсюда. Что ты тут забыл? Сойди, сверкай пятками отсюда. Чтоб я тебя тут не видел. Арестуйте его. Он на крыше экстремизма. Экстремизм, алло, экстремизм. Упал молодой. О, давайте быстрее, а то он сейчас очнется да убежит. Я его просветил за нападение на полицейского. Нападение, блин. Залетаем еще. Ты шо на меня? Шо я на тебя? Шо, блядь? Проблемы? У меня, например, нет проблем. Я сижу, рофлю. А я помню, ты меня убил, кстати. Давай, в школе расскажешь, как я тебя там убил. Что-то меня хелпер очень долго добавляет, реально. Тупо флекс. Что-то не то. Мне кажется, у него... Мне кажется, что-то там не так. Либо у него Дискорд не открывается. Нихуя ты вытворяешь. Да-да, я вот так. Мне уже надоело вот так вот флексить, я уже лучше что-нибудь новое попробую. Вот это вот, что это такое? Ёбаный в рот, блядь. Как запустить вертушку? Нафига я придумал, конечно. Вот так берёшь, так вот. Ебать, я в тайминг сейчас. Ой, блядь. Ёб твою мать, я уже поссать, блядь, успел, нахуй. Что у вас тут за ультрафлекс? Мне кажется, если бы я был бы хелпером, да, я бы был бы чуть-чуть побыстрее.
Реально, чуть-чуть. А может он мыться ушел, слышь? Тогда уважительная причина. Игрок спам. Есть проб спама у нас тут. Это боди, это боди, блядь, спам. Боди спам, нахуй. Что у нас за группировка? Чебурашка вообще умирает. Че, ребят, флексим, да? Ля. Тупо бык ебаный. Ля, пельмень. Да весь сервер сейчас будет в одном просто. Бля, реально, давайте весь сервер сюда позовем, чтобы нас куратор это увидел, что за пиздец творится. Просто люди внутри себя самих флексят, ждут этого хелпера, пока он меня добавит. Если начинать просто добавление в Дискорд. Прикинь, он зайдет в игру и такой... кого? Бля, мне кажется, я... Он просто вылетает. Мне кажется, я видос, блядь, сделаю, типа, специально нарежу и назову это «Ожидаем хелпера в Дискорде». Знаешь, спустя 10 минут наблюдаю, как тут орава ебаная танцует. Челик там вообще с тараном ху... Бля, охуенный хелпер, кстати, люблю вот таких. Очень быстро разбирает жалобы. Знаешь, такой говорит, скинь Дискорд, сейчас добавлю быстро и посмотрим демку. Потом смотришь такой, 20 минут жалоба идет. Откуда у него 4,7 оценка? Андрей, он просто ищет... Накрутка, сука. Может, жалобы, которые он разбирал без Дискорда? А, без Дискорда, да? По логам. Андрей, просто английскую клавиатуру он сюда собрал. В смысле? Ну, он ищет английскую клавиатуру сейчас. Я не могу. А. Или он английскую раскладку ищет на клавиатуре. Чтоб меня добавить. Или ищет, как скопировать. А пока времени профиксы. То, что он ничего не делает. Ну ясно, хелпер не работает. Шо вы разбавили? О, еще один админ. Что-то у него там фонит немного. Он что, микрофон жует? Алло, молодой, не жуй микрофон. Спусти этого челика, пусть с нами флексит. И ты тоже давай к нам, админ. Модер, точнее, донатный. Или не донатный. Давайте все к нам. Ждем хелпера. О, всех. Давайте, ребят, все к нам. Все к нам, ждем хелпера. А тут вообще и это сейчас куратор на сервере. Куратор на сервере? Куратор. А как его ник? Погоди, как его ник? А, так это донатный куратор, алё. Который жевал микрофон-то этот? Ну это этот. Кто полетать хочет? Не, я хочу тут остаться, ждать. Все здесь хотят. Бля, ну это уже не смешно, алё, я ничего не вижу, блядь, никаких приглашений. Он реально мыться ушел, что ли? Или он, кто-нибудь слышал, он говорил, типа, ща приду? Или там, типа, ща помоюсь. Можно я его тайзером ударю? Да нет. Геннадж, можно я его тайзером ударю? Да. Разрешаю. О! Лёг! Полетел, эй! Куда? Ой, бля. А где я, Андрей? Ай, блядь, нихуя. Я уже что-то под карту провалюсь немного, ребят. Главное, не глотает. Бля. Андрей, самых лютых... Андрей, остались самых два лютых денсера. О, он головой повернул. О, он двинулся.
Он двинулся, ребят. Во! А куда он? А, вон он куда. Что случилось? Чё, у меня, короче, все коннект пропал, тупо все черное было. 40 минут? Ты бы знал, что мы тут делали? Я не знаю, я минут 30, короче, это... 45 минут! 45. А как я здесь оказался? Я не знаю. Ты двигаться начал чуть-чуть. Потом опять АФК был. Не, я ж был на ТЦ. Чё на пизде, на пизде поделаешь? Это только на 40 минут снова не уходи. Это ты меня двигал? Кого? Меня, кто ты? Покурись, покурись, развяжи меня. Да, зачем? Ну ладно. Тебя шокером били. Согласен, просто. Бать, у нас там уже, блядь, все нахуй. Это еще сейчас просто народ разошелся. Уже... У нас там было, я не знаю, 8 человек, наверное, было, или 6. Или больше даже. 10 даже, наверное. 10 человек тупо флексовало друг в друге. Бля, неужто он опять АФК? Не-не-не, все нормально, я просто пишу твой этот. А, скопировал?